Я вернулся. А. Ну да. Ну, можно вместо винтовки этой как? Сако, сако, да, вместо винтовки брать. Патронов побольше будет. Да. Ну, этот револьвер тоже на дальней работает неплохо. Так, что тут, что тут, что тут, что тут у нас? Триста. Ой-ой-ой. Ну ладно, как-нибудь прорвемся. Ну и как? Синоптик, привет. Дай проверка. Да, давай. Да, вот видишь. Попался, который куда остался. Ну, да, да. Киморнуть так немножко, прилечь. Можно выйти и зайти. Нет. Они хотят, чтобы мы их побили. Мы побьем вас. Нет. Тут сдаться никак. Так. Ой, connection lost. Интересно, интересно. Опять нормально все. У вас все шансы. У меня пинг 400, так что у вас все шансы победить. Литва и Таиланд. Я Литва, Татьяна Таиланд вроде как. Ну, сейчас 230. 230, да. Но. А, ну ладно. А ты увидишь, если люди рывками идут, значит плохой пинг. Если не идут, значит хорошо. Так. Ваши шансы на победу тают. У меня пинг 200 уже вместо 400. Так. Татьяна сейчас роль командира взяла, она командует, где прыгать, куда бежать. Так что, победа за нами. Нифига, у меня в Инстаграме все есть задокументировано. В Телеграме, да, в Телеге. Я не знаю, я не путаю. Ой, опять прыжок был. Ой, час? Час, да. Я тоже по часу играю. Да. А пускай летят. Так. Если они рывками у тебя, то туда, то сюда, то это уже беда. Или бывает по небу они уходят тоже. Так, у меня 200, но это еще приемлемо. Наладится 100%. Так, мы так далеко летим, опять кого-нибудь будем догонять. Так, давай, хоп-опа. Хоп-хоп-хоп-хоп. Оп, ой-ой,
Да-да-да, я тут, типа... Ой, чуть не упал. Бам. Нет, это я пытаюсь поднять лут. Что-то не очень поднимается. Задержка большая. Так, я тебе автомат нашел. Который говорил. Две звезды даже. И пульки оставил. Это для ближнего боя. А калаш для среднего и ближнего. Так что если патроны кончаются, то можешь заменить. Оп. Кого-кого? А ты скинь, я посмотрю. Вот это? А не, ерундовина. У тебя с большим пингом тебе больше патронов нужно. Не надо тебе с двумя пульками. О, и враги нашлись. Да-да-да, я видел. Надо поближе, у меня косой автомат. А, твой CX здесь есть. Вот, пожалуйста. Калаш я бы взял. О, так ты вообще шикарно. Правда, патронов нет, но... Не надо. Ой, я калаш забыл. Брал, оставил его там, короче. Да. Да. Ну, я не знаю, почему. Жадина, говядина. Надо. Мы ж на победу собирались играть. Надо было сказать стоп. Надо было сказать стоп. Как только скажешь стоп, я сразу буду прятаться. Все. Сзади тебя был рюкзачок, товарищ, он забрал. Но он нас не понимает. Да. CX на две звезды, у тебя вроде бы однозвездочные, плюс броня. Так, как у тебя там с рюкзаками, нормально? Хорошо. Так, вон броня, если нужна. Нет, да, нет, да, нет, нет, да. Окей. Так, хилку нужно. Патроны для тебя. Вот. Для этого автоматика такого, который... Да. Он очень прямо стреляет. Ой, в общем, очень хороший. Но главное, двумя руками держи, а то будет печально. Ты же знаешь, что ты с одной стороны... Ну, это руки все время лупишь. Ты как этот бандит. Сразу руку выше головы, чих-чих. Не, ну они все с двумями. Калаш вообще разброс большой. У П-90 с одной рукой очень большой разброс. Этот по более меткий будет. Так, я вижу дроп в одной стороне. Скорее всего, там и враги будут. О, АВП, да? Это у нас... Ай, снайперуха это, да? Не, не хочу. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Но я понимаю, что это проблема. Так, они уже на антеннах будут сидеть. Это 100%. Позиции заняты. Надо по низине пройтись.
как-то в городскую местность там попасть. Все. Все. Ух, пронесло. Со стороны, где и эта игрушка такая гигантская. Я боюсь, что там еще один будет. Да, одного убил, но я так понимаю, это не все. Возьми бананчик. Запасной. Да? Ну ладно. А я вот так. Ой-ой-ой. Так, у нас за стеной боец. Был боец, а стал молодец. Боец огурец. Вот, у нас проблемы. У нас проблемы с жизнями. Но зато гранату нашел. Все, я уже заполнился, все. Вот нормально. А, я так и понял. Надо их обходить. Так, на ангаре с вашей стороны дальний ангар, враг. Так, надо их обойти. Нельзя впрямую на них идти. Вот именно. Это я пошел. О-ля-ля. Чуть не убили. Чуть не грохнули. Нет, к сожалению, нету. Но зато меня сейчас хотят чпокнуть. Осторожно, чтобы не застрелили. Да, блин, очень-очень тяжело отойти. Так, я здесь. О, спасибочки, да. Так, ну что, я рискую тогда? Я пошел. Он банан на соседнем здании, можете забирать. Тут еще несколько. Да. Так, сода. Окей. Дымзаки. Где он там? Я не знаю. Так, я его сейчас закидываю. А, меня грохнули. Так, если ты залезешь, он прямо здесь, наверху, дробовиком. Да. Молодцы. Оу, емен. Да. Все, вы все молодцы. Так, ну ты смотри, его парня обогнала конкретно. Вот, молодчина.
Опа-па.